Почти 17 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Иртыш в Увадском районе. До того, как отправить в свободное плавание, молоть выращивали 2,5 месяца в местном центре аквакультуры. Там занимаются воспроизводством рыб ценных пород. Делается это не только в коммерческих интересах, но и чтобы избежать дефицита ресурсов в водоемах. Отмечу, что еще 3 года назад в Увадском районе приступили к работе над первым этапом инвестпроекта. Запущены большие цеха, инкубационный и личиночно-мальковый. В прошлом году в Иртыш было выпущено 26 миллионов особей молоди пеледи. Производится взвешивание ведра, определяется средняя навеска единицы молоди. Тем самым мы определяем количество выпускаемой молоди. После молоди отправляется в реку в естественную среду своего обитания. Температура в контейнерах совпадает с температурой воды в реке, что способствует хорошей выживаемости молоди.